Гродненская Олимпия, обладатель Кубка Беларуси по баскетболу среди женских команд. В финале 18-го розыгрыша турнира дружина Александра Шемковика вырвала победу баскетболисток Цмоки Минск 66-62. Центровая Олимпии Таисия Бавыкина признана MVP решающего поединка. Одна из лидеров гродненского клуба набрала 16 очков и 12 подборов, не уходя с площадки. Лучшей разыгрывающей стала Надежда Дрозд из Гродно, а лучшей центровой признана баскетболистка Цмоков Гедрия Паугайте.